Готовлю себе завтрак. Сейчас уже у нас начало третьего. Я еще ничего не ела. Готовлю себе такой бутерброд в гриле. Бутерброд мой. Салатик. Здесь лук замаринованный в уксусе. Огурец, помидор, кинза, укроп и пахучее масло домашнее, соль. 2 яйца. Всего мне приятного аппетита. Короче, долго управлялась, но у меня разболелась с бедром. Я в комнате еще полы не домыла. Собака бедная лежала, спала, скучала. Посмотрите, я пришла. Она так обрадовалась. Она так уже спала. За секунду вскочила. Обцеловала меня всю от радости, что я пришла. И теперь я ее глажу. Вот так вот. А она, смотрите. Она обалдеет. У нее язык выпал. Она обалдеет. Да, зим, мамочки. Сладкая моя. Шо-шо? Вон рыбки сколько, видишь? Это не рыбка. Дико водичку пойдешь, Так. Там дочка кабачки принесла, муж пошел забирать. Погуляли с собаками. Собирались с друзьями в домике сегодня ехать. Друзья, друзей какие-то там домики предложили. В итоге оказалось, что эти домики там неподходящие. Короче, не едем. Иду сейчас к своей маме, занесу ей крем корейский. Заказала SPF. Вот. Нам с Вероникой тоже заказала маленькую версию 10 миллиграмм. К маме 50. Большую дозу. Большую версию. Короче, сейчас я занесу и уже встретимся с мужем и будем идти домой. Неплохо видно Джавелину. Джавелина сегодня отвлеклась, нюхала и подумала, что я куда-то ушла. И как ломанулась за чужими людьми, короче, думала, что на дорогу вылетит. Так испугалась за нее, бегает, мечется, ищет нас. Короче. Пошли, жулик. Сейчас мужа ищет. Муж ушел с Никой. Она их бегает, ищет. Так, сын пришел с работы, жарил ему котлетки и даю пирожку. Сейчас еще ему арбузик порежу, чтобы он не, ну, тут вилочкой покушал его. Порежу так и почищу сразу. Заехали в Сансе, в Литровиль. Вон тут что такое платье померить. Это не перед. Сейчас с другой стороны покажу. Вот что такое вот. Померю быстренько. Так, небольшие покупочки сегодня. Кое-что рынок, кое-что Ашан. Ой, не Ашан, а... АТБ, ну разные АТБ были. И черный АТБ был, и обычный АТБ. Короче, взяла вот такой лаваш. Вернее, он был по 12 гривен по скидкам. Я вот этот лаваш больше всего люблю. Вот такой обычный. Тут два таких прямоугольных листа. Что угодно с ним можно делать. И
с творогом начинку, можно использовать замесь лазаньи листы, можно яблоки завернуть с корицей, с сахаром поджарить на сухой сковороде, будет вкусные такие хрустящие пирожки. Короче, очень-очень много вариантов, особенно когда сейчас всякая фрукта, персики можно, короче, очень выручает. Долго хранится, можно в морозилке. Супер тостовый взяла хлеб, помидорки вот такие я люблю с длинными носиками, эти были по 45 гривен дешевые, или по 40, по 40 даже. Взяла такие маленькие, сейчас высыплю, покажу дальше покупки. Так, еще мы были в черном АТБ, правда, на Троещине. Купили по 24 или по 25 гривен сок Сандора. Очень дешево, дочка взяла много, 4 пакета, я взяла 2. Корм Леопольд мы брали, еще где-то есть пакеты. Это в Авроре, 9 гривен он там, и сахар в АТБ. Так, свои любимые пельмени купила мясные по-домашнему, вот такие белые гореза, очень хорошие. Они сейчас в акции по 100 с чем-то гривен. Молодую картошку, это все в АТБ. Опять же, такую ступку взяла, это Вероничке уже на этот раз приходим, мы говорим, сколько стоит? 50 гривен. Мы говорим, муж говорит, так мы же у вас недавно брали за 30. Ну, берите за 30, нормально, да? Короче, в Авроре взяла вот такой лимон фреш средство. Не знаю, напишите, хорошее или нет. Надеюсь, что будет хорошее. Так по виду вроде ничего. Я определяю на вид. Ну, не уверена. Вот. Чернослива 200 грамм взяла без косточки на рынке. Это мне надо на торт. У меня готовые коржи магазинные. Медовик. Ну, сын любит с черносливом. Сметанный крем и чернослив туда. Так, чили, кетчуп взяла на огурцы. Закатка у меня будет. Рецепт очень вкусный. В том году так делала. По-моему, здесь есть на упаковке. Вот, есть рецепт этих огурцов. Но я посмотрю, здесь какой или в интернете. Так, еще продолжение Леопольда. Леопольд очень нравится мне. Корм классный. Сейчас по 9 гривен. Во Львове брала по 6 в магазинах, типа Копеечка. А здесь в Авроре по 9 у нас. Еще, знаете, забыла показать. На днях покупали с мужем в Элмарте вот этот порошок. Я брала такой для белых тканей или универсальный, я не помню. А это, я так понимаю, для цветных тканей. 170 гривен, вот такая бадья, 4000 грамм. Это 4 литра, я так понимаю. Очень классный порошок я брала, ну, для цветных тканей, для универсальный. Для цветных не брала, но вы знаете, он такой густющий и неплохо пахнет. Короче, наверное, неплохой. Вот, постирала им черные вещи, вроде бы неплохо. Поэтому, у кого есть Walmart, пожалуйста, рекомендую. 170 гривен, шикарная дешевая цена. Купила еще 5 килограмм огурцов. Ну, насколько он захотел мне выбрать более или менее. Кривые уйдут на... Не хотят выбирать, если дешевые, не хотят выбирать и не дают самим выбирать. Короче, по 15 гривен взяла огурцы более или менее маленькие, но он выбирал сам, кое-где вот такие крученые есть. Ну, пойдут на салат, либо же, короче, если в банки войдут, то все банки закатаю, и ничего страшного, будут такие попадаться. Это будут литровые баночки для... с кетчупом чили будет рецепт. Вот. И фрукты мы сегодня, получается, ничего не купили, потому что нифига не было. Ну, что, вишня у меня есть, я еще не сделала вареники. Черешню я не хотела, хотела абрикосы, тех абрикос, которые надо, я не нашла. Персики я не хотела. Короче, черника у нас еще есть, голубика еще есть, малина не было, пару человек было и дорого было. Короче, ничего не понравилось. Может быть, завтра еще заедем, купим. Короче, вот такие покупки. Не сильно много, но кое-что купили. Там кое-что Виталинка еще купила.